Всем привет. Поехали к северу. Продолжаем наши приключения. Хочу сказать всем зрителям, подписчикам, я вам очень благодарен за комментарии. Они мне, кстати, очень помогают. Вот, к примеру, вчера я научился делать видос без рамок. Оказывается, у меня рамки были по краям. Значит, той ночью она умерла. И ни ты, ни кто-либо другой не смог бы ничего сделать. Я должен был быть с ней. И чем бы это помогло? Ладно, все, хватит. Но научился с подачи одного из зрителей. Сказал еще говорить веселее. И... как же веселее еще как-то. Ну тут проблема. Шиза, ты на связи? Лагерь Lost Lake. Шиза? Да, что там? На нас напали... Эй, где твой друг? Он не пришел на работу сегодня. Что творится? Да ты просто заткнись и послушай! Я повез его на работу, и на нас напали упокоители! О, Господи, где? Рядом с Кэмп Роук! Сообщи Железному Майку! Карлос идет сюда, и он не остановится! А о чем я ему толдычил? Месяцами! Да, я ему сообщу. Мы движемся в сторону Тумала. Через пару минут Бухарь будет на месте. Прекрасно. Он пропустил полсмены, так что придется отработать. Заткнись, Шиза! Слушай, Дик, Кэмп Роук, это ведь в противоположной стороне от Тумала. Выбрали дорогу покрасивее. Отбой! Урод. Козел это Шиза. Так вот, этот хлопчик посоветовал, да, держать дальше микрофон и говорить веселее как-то это все. Ну, дальше микрофон держать, ну, вот сейчас попробовал. А говорить веселее, сука, ну это, наверное, будет проблема, потому что я так уже разговариваю на протяжении почти 60 лет. Давайте, ребята. Ну, работаем. Энергичней. Кто не работает, тот не ест. Да, уже. Эй. Надо собрать урожай, иначе... Спасибо тебе. Вот так. Так. А, мы ж собирались еще, да, куда-то там спалить лагерь или что это? Где этот лагерь? Вот это? Опять на этот самый, на камень надо идти. Блядь, ну сколько можно уже туда кататься? Я все понимаю. Ну, это по сюжету. Где вот это? Я что-то нифига не вижу. Вот это. Так это гнездо, наверное. Ладно, бог с ним, поехали сюда. Сент-Джон вызывает Лос-Лейк. Дик, слышу тебя. Майк? Хорошо, слушай. У нас с Бухарем вышла стычка с упокоителями. Они... С упокоителями? Вы что, были за Айрон Ридж? Я же сказал! Ты слушай, Майк! Они были здесь, в Кэмп Роук. В Кэмп Роук? Упокоители в Кэмп Роук? А это точно были они?
Майк, ты что? Их, знаешь, трудно с кем-то спутать. Все-таки шрамы и мания убивать все, что движется, как-то наводит на мысль. Ладно, успокойся. Мы договорились о встрече с Карлосом. Завтра Шиза поедет в Iron Butte. Он выяснит, что тут творится, и потом мы... Ты посылаешь на переговоры Шиза? О, господи, Майк! Я без тебя знаю, как управлять лагерем. Я сказал, у нас с ними будет мир. Конец связи. А черт, как скажешь, Майк, как скажешь. Шиза прав. Ты вгонишь всех в могилу. Ну, ничего, да, не поменялось. Дик, это Такер. Ты здесь? Такер? Да, я здесь. Небось, работу мне придумала. Ладно, я заеду. Конец связи. Вот так мы поедем. Или наоборот. Нет, поедем так, как мы ехали. Короче, я вам всем благодарен за то, что вы подписываетесь. Как-то советую. Дик, это Копланд. Yeah. Как дела? У меня для тебя работа. Коп, ладно, давай. Постараюсь выкроить время. Конец связи. Рекомендуете, советуете дедушке. Спасибо. Правда. Дик, ты где, брат? Привет, Бухарь. Я направляюсь в Мэриан Форкс. Мэрион Форкс, это еще зачем? Потому что я решил... Да все, как ты сказал. Хватит уже о ней скорбеть. Пора попрощаться. Ты поедешь к часовне? Не знаю. Наверное. Господи, Дик. Блядь, и че что-то меняется? Вот к этому давайте заедем. Теперь. В последний раз, обещаю. Отбой. Это радио «Свободный Орегон». Правда? Надежда! Чего хотят миру? Они исчезают на 2 года, а потом возвращаются с пушками. Не пытайтесь узнать. Вас убьют. Да, в общем, и так все ясно. Вечно говорит, когда я еду. Не сегодня, Коуп! У меня нет желания слушать твой трёп! А я так понял, что у меня... в разных лагерях разное количество, да, каких-то кредитов. Потому что... В одном у меня куча денег. А приезжаю в другой лагерь, а у меня там нет нифига. Копейки. Стой, я его знаю, открывай. Копеечки. Хорошо. Дик, слушай, ты просто не поверишь. Не знаю, Коуп, я за пару лет столько невероятного дерьма повидал. Валяй. Помнишь анархистов? Они прошли здесь где-то год назад или больше. Убивали всех на своем пути. И раскладывали повсюду эти свои кучки камней. Анархисты. Да. Нам с ними раньше случалось сталкиваться. Ну вот, они вернулись. Двое моих ребят наткнулись на их лагерь во время охоты. Вернулась только Бенда. Она сказала, что это были анархисты. У каждого на лице был нарисован знак. Где? Где она видела лагерь? Я помечу тебе на карте. Найди их и убей всех до единого. Мы и так с упокоителями намаялись. Только анархистов нам еще не хватало. Это уж точно. Я их найду. Вот здесь у нас 192 денежки. Ты вернулся. Пахнет, рада пахнет. Видеть. Привет. Как жизнь, молодая? 192 денег. Ага. Дик, скоро увидимся, да?
на сегодня это все. 299. Так, а что, мы можем... Как жизнь? Патроны. Слушай, Дэймон. Вы ж там потратили. Я могу предложить еще что-нибудь. Трохи. Ладно. Ну и где у нас тут? Ближе только можем, да? Ага, вот это, наверное. Раз, два, три, четыре. Погнали. Раз, два, три, четыре. Что-то нужно, заглядывай. Ага. От дыма недолго и раком заболеть. Эй, Дикон! Эй, Дэймон, как торговля оружием? Дай-ка мне бензин. Да заправить? Ты отремонтируй. Как новенький. Пока. Пока каешь дома. Эй, заходи еще. Вдруг что-то появится. Сейчас тебе открою. Открывай, мамаша, дверь. Вопросительных знака. Что это может быть? Ну, я не буду идти, потому что мы уже обжигались. Ну как обжигались, приходили, а там ничего нет. Как дурачок, время он то потерял. Опять мы ночью едем. По лесам, по горам. Сегодня здесь, завтра там. Кругом. Коуп, ты был прав. Это анархисты. Ты их нашел? Хорошо. Поступило новое сообщение. Они напали на наших ребят по дороге из Тумала. Отправляйся туда и раздави их всех, как поганых тараканов. Я хочу, чтобы они поняли, что больше мы не дадим им тут хозяйничать. И увидел. Конец связи. Сука, я ж его увидел. Анархисты. Давно я их не видел. Чёртовы анархисты. Посмотрим, что вы, ребятки, задумали. Я что-то видел. Да, что ты видел? Все уже, ночь на дворе. На тебе твою любимую анархию! 12 человек.
на сундук мертвеца. Он не успел стрельнуть, да? О, красавчики! Лишь бы граната туда долетела. Мы даже кинем не Молотова. Где ты прячешься? Ты здесь? Что это было? Долбаный анархист. На, получи. Думал, можно просто так валить, там Томаса разгромить? Мало дерьмом же, а тебе... Хаос на дрифте. На тебе твою любимую анархию. Долбаный анархист. На, получи. Думал, можно просто так валиться к нам в дом и все разгромить? Что, тебе мало дерьма в жизни? А теперь... Где еще ты человек? Хаос на жри. Здравствуйте, ребята. Все, есть. Где-то тут. На тебе твою любимую анархию! Капканчик там, я увидел. Потом бы в него не лезть. Блять, понавешали банок. Вот еще капкан. Нихера себе они тут. Долбанный анархист. На, получи. Сука, если бы его в капкан кинуть. Ну, не получилось. Где ж еще один? Блядь, эти прибежали. Может, они сами его доедят. А нет, где-то он... Вон он там бухтит. Блядь. Я прям попасть не могу. Все. Отлично. Шума. Будем туда спускаться. С товарищами встретиться. Или так их. Коуп, если еще остались другие, то пусть знают, что это наша территория. Да, патронов нет. Хорошо бы. Нормально. Ты сказал, наша территория? Смотри, так ты скоро превратишься в одного из нас. Конец связи. Ну давайте пойдем развлечемся. Еще трофеи. Вот, гаечки. Шума, давайте подлечимся и заберем этот ящик. Ага, хер мы его заберем. Ну ладно, пусть будет запасной. Слышите? А чё это? Я не понял. Два одинаковых. У моего дальность получше, у того урон поменьше. Тем стрельбы у меня получше, у того точность. Ну она нахер мне поломанный, наверное. Но все равно начали попадаться, да? А как бы мне с него патроны снять? Никак. А 8 патронов он вроде как нарисован. Никак, сука, не снять. Все тут. Нема ничего. Ну окей. Погнали. Дальше по делам.
А куда, кстати, нам по делам дальше? Вот это вот что-то какая-то хрень. Что это такое? Область поиска. Сука, что там искать? Это то, что, наверное, мы проехали. Область поиска. Вот нафиг она мне нужна. Кто-то тут рядышком. Тихорица, наверное, по кустам. Налево. А не это, не это. Я там видел блогер один, Санек. Он этим нашим типом плавать умеет. Посмотрим поближе. А, ладно, посмотрим. Вот ты где. Кто? Ну, давайте попробуем поплавать. Говорит, когда заходишь, раз. Ага, хер там. Что-то я тогда не понял, как он плавает. Ладно, посмотрю еще. Так, надо смотреться. Ну, куда? Есть. Что мы, блядь, здесь ищем, я вообще понять не могу. Мы ж просто от балды сюда пришли. Это здесь. А вон. Господи, что тут было-то? Ладно, надо бы тут порыскать. Я на верном пути. Бля, чё ты засыпаешь так как-то долго? А, он ждёт от меня этого. Он ждёт от меня. Чтоб я на R нажал.
ничего я тут больше не вижу. Кто-то все-таки попал. Вот так. Ну поехали. Филя, давай только на мышку мне тут. Кто там? Пришла ко мне, короче. Увалилась опять на стол. Пол монитора закрыла. Ну все, хорош. А, дубину. Ну вот, их опять не хватало. Ладно, бог с ним, по дороге. Давай, брат лихой, давай. Объявлено военное положение. Не оказывайте сопротивления сотрудникам нейрополитики. Вот он. Так, а что там у нас будет по дороге заправочка? Ну да. Мы сейчас заправимся. Что-то там дела порешаем и спалим, наверное. А, точно. Я ведь не все гнезда в этом месте выжил. Гнездо. Так, выключим свет.
потихоньку. Ага, так, раз. Надо заправиться. Надо. То, что надо. Ну вот, порядок. Как мы нормально так, да? Пусть стоит тут. Это поправимо. Порядок. Да уж. Хорошо. Куда нам? 56 метров. Только что у нас тут? Я что-то не могу вспомнить. Чё ты перестал стрелять? А мне кажется, он её найдёт. Ну, какими-то там правдами, неправдами, не знаю. Но где-то он её надыбает. А вы подготовили брачные обеты? Ну... По традиции, первым говорит жених. Я начну. Дикон. Мне так жаль, что никто не пришел. Видно, разозлили мы всех. Обе стороны. Но не то, чтобы всех... Пусть это будет свидетельство моей любви. Для тебя я откажусь от всего. И всех. Это кольцо – символ моей любви. И оно бесценно. У него нет начала и нет конца. Люблю тебя. Нифига какой-то он. Да что вы претесь, я не пойму. Перед вами профи. Я буду всегда любить тебя. И никогда тебя не оставлю. Можете поцеловать невесту. О, одну секунду. Вот это я могу вернуть.
если обещаешь, что будешь залезать на меня так же часто, как на байк. Ну, я объявляю вас мужем и, ну, женой. Ну, ладно, я пойду, наверное. Ну, пока! Полит, блин, там же трофеев куча. Ну, братан, ну зачем ты? Слышишь меня? Да, Дик, чего такое? Ты помнишь ту церковь, где мы с Сарой поженились? Ну, в общем, в нее заявилась шайка вандалов. Жаль, я не с тобой. Я бы тебе с ними помог. Громит церковь Сары. Вот суки. Ага, ладно. Держись там. Это же... Конец связи. Пулемет. Косой. Ну, воды. Где у нас тут? Так, заправка позади. Эдди, ты на связи? Вот лазарет там. Lost Lake, вы меня слышите? Дикон, я здесь. Эдди, хорошо, хорошо, слушай. Ты там долго еще будешь? Мне надо с тобой увидеться. Что-то случилось? В чем дело? Ничего такого. Я тебе на месте объясню. Конец связи. Так, так. Обратно ехать? Не, нихера. Вот сюда, как решили. Как решили по плану. И сейчас спалим где-то улик тут. Если я правильно бегу, а я Дик, бегу нихера слушай, есть неправильно. Работа. Рики, привет. Ладно, заеду, конец связи. А, он аж на той стороне. Ладно. Ну их же все равно шпалить надо. Ну правильно, раз они есть. Я тут грешным делом подумал... Подожди, на какой? На той стороне. А, на той стороне. А можно ли пройти игру, чтоб с ордами не воевать? Потому что что-то мне так сыкотно. Их так много. Я уже столько материала пересмотрел на этот момент. Далеко, наверное, байк поставил. Я не пойму, где. В какую сторону мне идти. Вот здесь, наверное. Или вот здесь. Yeah.
на карте. Сучка, ну где вы? Где? Как вас искать? Ладно, может хоть что-то есть тут. Путнее. Заперто. Или убери лапы. Ладно, где-то светится, сучка. Дальше я дальше отошел. Наверное, в том доме. Опять светит. Гнездо вот где-то оно. Рядом. Я уже чую вонь. Вот оно. Еще одно. Сейчас мы его спалим. Еще одно. Все, погнали. Это последнее. Теперь поспокойнее будет на дороге. Хорошо. Ну, поехали по делам. Прокатаемся. Кто это? Я ж могу и с этой стороны. Не понял. А кто тут гасится? Ну, давайте, наверное, ему поучаствуем. Да, как-то мы там не вовремя. Ну ладно, повезло. Хотя, может, то был бандит. Какой-нибудь хулиган. Вот так. Хорошо. Поехали. Что-то далеко ехать. Ладно. Я ж со стула, в смысле, с кресла встал. А сейчас я подойду.
согласиться. Патроны для автомата. Вот. А кто мне говорил, что у меня только покупать надо? А? Обманули меня? Да шучу, это я говорю. Нахер я это сделал? Передвинуться на 2 метра. Ну ладно, уже сделал. Пошлите, может, в последний раз сюда приехали. Честно говоря, кумарит. Я понимаю, там любовь морковную. Ну, извините. Только и катаемся. Привет. Это снова я. Тут, короче, такое, ты просто не поверишь. Ты же помнишь ту ночь в Эрвале? Ну, то есть понятно, что такое, хрен забудешь. В общем, тот тип из Неро, О'Брайен, он жив. Вот такие дела. Я, честно говоря, даже подумал, что, может, и ты где-то живая. А я тут, типа, такой, как идиот, хожу сюда с тобой разговаривать. Хотя я и правда идиот. Ведь ты же не здесь умерла. Но мне очень жаль, что меня не было с тобой, когда тебе делали операцию. 6 часов, господи. Мне О'Брайен сказал. Ты всегда была сильной. Короче, мне жаль, что меня не было рядом. И когда на ваш лагерь напали тоже, надо было мне быть там с тобой. В общем, Бухарь приходит в себя. Я вроде уже сказал, что он потерял руку. Долбаные упокоители его изувечили. И мы до сих пор сидим в Лос-Лейк. Судя по всему, мы еще долго там пробудем. Пропусти. Вот так вот. Он сам как заноза в заднице, ты же знаешь. Тот на днях... Все. Блядь, 68%. Мама моя дорогая. Фу, проехаться к указанной точке. Да обождите. Вот куда мы проедемся. Как раз нам по пути. Так, где у нас дырочка? А как мы зашли? Вот эти баклажки, когда я начну брать? Мне непонятно. Да, блядь. Кто это? Кто это? Медведь? Давайте попробуем его завалить. Давайте сейчас запишемся. Ну, забьемся, хер. Что надо? Ну, а не завалим. Как найти его? Где ты? Где ж ты, сука, орешь? Ну где? Убежал уже.
Ну да, даже не рычит. Ладно, блядь, время опять потеряли. Надеюсь. Или это не медведь? Карты что-то не отмечаются. Ну, в том плане, что опасность. Вот он. Или? Нет. Надо пока убежать. Сейчас мы его расстреляем. Ёб твою мать. Чувствую, попал я. Сторону уходим или на пролом? Давай на пролом. Ха-ха-ха. Вот так вот. Музон сделать тише в настройках. Значит, он громко. Как жизнь водище, брат. Эй, Мерсер. А, да, да, беру. Это все? Да. Вот, зацените, что я говорил. Давай, Дик, здесь у нас 16 тысяч. Диком? Эй, Зенни, руки как? Чистые? Что там? Мы можем тут заправиться, починиться, потому что нам тут и покупать, блин, нечего. До встречи. Ну, пока, Дик. Он 15 900. Да. Здорово, тетка. Дикон, слава богу. Айрон Мэйден. Упокоители, долбанные упокоители. Опять упокоители. Где они? Они приходят через Iron Butte. Обосновались у Bear Creek к югу отсюда. Я боюсь, Дик. Если мы их не остановим, что будет с лагерем? Ага, я понял, понял. Не бойся, Такер, я разберусь. Так, пошли к тому. Вот, 15 900. А в другой лагерь приезжаем. 200 денюшек. Дикон, как дела? Привет. Оружие. Вот это я хочу. Осталось чуть-чуть, да? Ну как чуть-чуть? Меньше всех, наверное. Меньше всех. Ладно. Давай пополнимся. Еще что-нибудь? Спасибо. Чем еще могу помочь? Магазин хочу еще. Третий надо.
Ладно, будем ждать. Да, ладно, я буду здесь. Если что понадобится, обращайся. Где там это Iron Maiden нас послала? Ну, сюда и поедем. Сейчас, может, и у нас будет... А, кстати, там же очко навыка у меня есть. Что нам прокачать? Вот это что? Возможность оглушать людей. Не хочу я. Перекатал. Возможность слабых противников. Бросая в них камни. Там у нас нету ни хера слабых противников. У нас все какие-то быки. Ну, перезарядка не расходует концентрацию. Это, конечно, хорошо. Вообще все связанное с оружием. Все хорошо. Поехали на войну. Как дела? Эй, Зенни. Сэм Джон, удачи тебе. Вон их лагерь, да? Да что ты вышибаешь? Что-то мало их. Такер, я в лагере упокоителей. Похоже, их тут не так уж много. Наверное, разведгруппа. Убей их. Всех убей, Дик. Да, Такер, я уже понял. Отбой. Ну, не так. Сраные упокоители. Мой друг из-за вас руку потерял, ублюдки. Хотите покоиться с миром? Я вам помогу. Ну что, готовы упокоиться? Вы, ребята, с дозой переборщили. Тормозите! Да сколько вас еще, а? Так, достаточно покорности? Нифига себе, что-то они какие-то, блин, непробиваемые. Успокойся, скотина! Мало боеприпасов. Это нормально, сейчас что-то мало. Укрытие! Что, мало шрамов, а? Вы ребята с дозой переборщили. Тормозите!
Ни одного патрончика, да? Кто-то рядом. Ничего себе. Вообще уже охерели. Ага. Давайте дубину вылечим. Не-не, братан, ты автомат бери. Нам без автомата сейчас. С этих потом не заходить. Интересно. Они свободны. Еще один. Сраные упокоители. Покойтесь вы все в аду. Отлично, отлично. Не хватает чуть-чуть еще. Еще надо что-то для этой Iron Maiden сделать. Ну, пора возвращаться. А сейчас поедем. Да, осталось только отчитаться, Такер. Такер, все готово. Ты всех перебил? Да, Такер, всех. Разве ты не этого от меня хотела? Извини, просто... Они уже в третий раз тут появляются. Напали на наш лагерь, схватили и убили бедняжку Лизу. Надо остановить их, Дик. Просто надо. Такер... Твою мать. Слушай, я был в Iron Butte, видел, что там происходит. Что? Когда? Как ты? Да это не важно, но можешь мне поверить. Их очень много. Сотни, может, тысячи. Если они решат двигаться на север, вы не сможете их остановить. Поверь мне. Так что продолжайте делать свое дело. Убивайте всех, кто пересекает границу, и пусть Карлос знает... Что мы не пустим их на север без боя. Конец связи. Ага. Так, ну что, девочки и мальчики. Нам сейчас к Тайсону. Ну, а мы, наверное, будем прощаться. Всем хорошего дня, вечера. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.